Здравствуйте, дорогие любители вышивки! Вы на канале Нитка Ниточка. С вами я, Оксана Перуцкая. И сегодня у нас кулинарно-садово-овощная тема. Мы рассмотрим две вышивки, которые могут пригодиться вам либо для украшения вашей кухни, столовой, или для того, чтобы ваша кулинарная книга выглядела более привлекательной. Обе сегодняшние работы будут выполнены в абсолютно разных техниках, и мы начинаем. Перед вами сейчас вышивка фермерской корзины с овощами. Схема была найдена в одном из журналов по рукоделию. Вышивалась она подбором цветов, то есть фрагменты могут не соответствовать оригинальной цветовой задумке автора дизайна. В работе использовалась канва Аида Цвайгард 18 каунта белого цвета и 7 различных цветов ниток мулине. Размер готовой работы 14,5 на 19 сантиметров, и техники, которые являются здесь основными, это полный крест, 1/4 креста, 3/4 креста и бэкстич. Основная часть работы, как вы видите, выполнена в технике бэкстич, и он здесь везде счетный. Техники 1/4 креста и 3/4 креста используются для более гладких очертаний мелких деталей сюжета, например, овощей. И хотя работа на первый взгляд выглядит очень непростой, вышивалась она всего за несколько дней и с большим удовольствием. Такой сюжет стоило бы вышить на ткани равномерного переплетения, а не на обычной аиде. Тогда объем вышитых элементов был бы более ярко выражен. Однако при правильном сочетании цвета аиды и подложки при оформлении готовой работы эффект будет ничуть не хуже. Помимо того, что подобные вышивки могут украшать вашу кухню или кулинарную книгу, они поспособствуют изучению иностранных языков, в данном случае английского языка. И если ваши детишки помогают вам в ваших кулинарных экспериментах и начинаниях, то они параллельно смогут изучать английский язык, потому что все, что вы здесь видите, написано именно по-английски. Тема продолжается разговором о вышивке, которую вы видите сейчас на своих экранах. Это набор от Luca S. Натюрморт с грибами. Код набора BL2247. Основа этой работы – лен 20 каунта, цвет номер 53, который еще называют сырой лен.
В работе использовалось 38 цветов мулине анкор. Размер готовой работы 27 на 14 сантиметров. Техника полный крест в одно сложение. Схема очень хорошо проработана. И выполнялась эта вышивка довольно легко. Единственная сложность – это мелкие крестики из-за каунта основы. Хотя сама основа мягкая, льняная, не накрахмаленная, но сама структура ее необычна вкраплениями жестких нитей, которые не всегда приятны на ощупь. Ниток осталось довольно много по результату работы, но на второй отшив их явно не хватит. На мой взгляд, картинка получилась очень реалистичная. Особенно я люблю разглядывать мелкие детали, в том числе ягодки, которые прекрасно гармонируют с основным сюжетом вышивки. На этом, пожалуй, все на сегодня, но вы понимаете, что продолжение мы с удовольствием снимаем для любителей этого увлекательного вида рукоделия. Спасибо, что были с нами все это время. И если вы впервые зашли на мой канал, подпишитесь, пожалуйста, здесь очень много интересного. Рассмотрите все плейлисты и послушайте аудиокниги, в которых вы найдете очень много интересных мыслей и идей для вдохновения. С вами была Оксана Перуцкая, канал «Нитка-ниточка». До скорой встречи! Всего вам доброго!